Батяня Комбат и настоящий патриот, но мало кто знает, что самый известный певец в нашей стране никогда не служил в армии, а свою семью предал. Он ушел к любовнице после 15 лет брака, и сын перестал общаться с отцом. Более того, за жизнь нашего героя боролись лучшие врачи. Почечная недостаточность после осложнений, вызванных пневмонией, прогрессировала. Болезнь он запустил настолько, что пришлось сделать пересадку почки. Тысячи поклонников готовы были отдать кумиру свой орган, но такая операция запрещена у нас законом. Как сейчас живет народный артист России Николай Расторгуев и как выглядит его молодая жена, родившая ему сына? Сейчас ему 66 лет, а вот женился наш герой в юные годы. В 19 он сковал себя узами брака по любви, а уже в 20 стал отцом. Но с приходом популярности любовь на стороне все сильнее и сильнее прельщала певца, и он загулял. Причиной развода стала молоденькая костюмерша по имени Наталья. Она и стала его верной боевой подругой на оставшиеся годы. Сын не понял отца, Павел наотрез отказался общаться с предателем. А когда мальчику было 17, в новой семье его папы появился другой сын. Его назвали в честь знаменитого отца Николаем. Только этот ребенок был избалован самой судьбой. Сейчас ему почти 30, но его социальные сети просто пестрят дорогими машинами, часами и другими атрибутами роскоши. Невооруженным взглядом видно, что Николай-младший просто прожигает свою жизнь. А вот старший сын Павел и живет скромно, и даже с отцом помирился. Ему 46 лет и правда на самом деле, но не лишать же ему своих детей деда. Однако свалившаяся на Николая Расторгуева тяжелая болезнь заставила страдать нашего героя. Это бумерангом ему вернулась боль первой супруги, мы в этом уверены. Практически каждый день Расторгуеву нужно было делать гемодиализ, а чтобы пересадить почку законным путем, нужен был донор. Однако в России была очередь, расписанная на годы вперед. Поэтому было принято решение сделать операцию в Израиле. А как вы считаете, на самом деле это из-за любви к алкоголю у Расторгуева начались проблемы с почкой? Или это все-таки бумеранг?